Всем доброго времени суток! На праздничный стол я предлагаю вам приготовить такой оригинальный и очень вкусный салат. Салат делается слоями. Первый слой – это отварная свинина, порезанная мелкими кубиками. Второй слой – обжаренные шампиньоны с луком. Майонез. Третий слой – соленые огурчики. Огурчики я тоже потерла на терке. Далее идет отварная морковь. Следующий слой – это зеленый горошек, сыр, опять сеточка из майонеза. И последний слой – это вареные яйца, тоже тертые на терке. Рисуем вот такую ажурную красивую сеточку. Украшаем зеленью по своему усмотрению. Я сделала в виде венка, украсила оливками и гранатом. Не забывайте ставить лайки. Добра вам всем и приятного аппетита!